Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Разберем с вами тему, чем же отличаются карты Сбербанка Visa и MasterCard. Сбербанк выпускает три системы: Visa, MasterCard и Мир. Поэтому давайте разберем сейчас, да, чем же MasterCard и Visa отличаются. Ну, во-первых, у них разные уровни защиты. У MasterCard уровень защиты выше, и, соответственно, транзакции будут более защищены. Также у них есть разница в обработке по счетам. У Visa скорость обработки ниже, чем у MasterCard. Также, что касаемо банкоматов, то на территории России и в других странах банкоматы с системой MasterCard более распространены, чем система Visa. Но, однако, во всех зарубежных странах картой Visa можно расплатиться везде, в отличие от MasterCard. Также существуют различия в программе лояльности платежных систем. MasterCard предлагает какие-то бонусы для всех клиентов, а Visa только для премиум-пользователей. Также еще существует немаловажное различие по оплате. Сбербанк может запрашивать оплату на один и тот же вид пластика, но с различием MasterCard или Visa, и, соответственно, будет отличаться оплата, плюс еще какие-то дополнительные подключенные услуги. Также карта Visa, соответственно, лучше всех подходит для тех, кто любит путешествовать. Данный пластик поддерживает функцию экстренного вызова поддержки, который необходим при условии того, что если пластик был потерян, либо был похищен. Также по данной карте доступно страхование для туристов, юридические услуги и также медицинское обслуживание. Также, если вы где-то будете пользоваться за рубежом картой Сбербанка, то карты типа MasterCard предоставляют возможность зачислять евро на банковскую карту, а карта типа Visa получать и снимать с нее доллары. То есть, таким образом, карты и Visa, и MasterCard отличаются не только по обслуживанию, но и по системе работы, то есть в зависимости от того, в какой вы стране находитесь и какими валютами будете пользоваться. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал, и всем до новых встреч. Пока-пока!